пожаловать на канал Мыло Опт, и сегодня мы представляем вашему вниманию обзор аюрведической пудры корня живокоста 10 грамм. Аюрведическая косметическая продукция – это современная новинка в индустрии красоты. Сама аюрведа представляет собой уникальную древнейшую систему практик, направленных на продление молодости и поддержание здоровья. Согласно ей, основной причиной проблемы со здоровьем – это утрата гармонии человека с природой. Неоспоримым преимуществом аюрведы является натуральность препаратов. Все средства производят исключительно на основе лекарственных растений. Целебные свойства корня живокоста таковы. Его второе название – копник. Относится к категории лекарственных растений, особую ценность которого представляет его корень. Лекарственные свойства обеспечивают уникальный химический состав корня живокоста – это эфирные масла, биовещества, антиоксиданты. Обладает кровоостанавливающим и регенерирующими свойствами. Корень окопника очень полезен при ожогах и обморожениях. Крайне полезна в ванной с порошком из корня живокоста, прекрасное восстановление после физических нагрузок, снятие мышечных спазмов и боли, устранение отечности. Аюрведическая пудра корня живокоста, полезные свойства и сфера применения таковы. Снимает боль, отечность, природный антибиотик, повышает тонус, омоложение кожи, улучшение цвета лица. Если вы не кормящей грудью мамы и не находитесь в приятном ожидании будущего малыша, то смягченную пудру натуральный корень живокоста для вас не противопоказан. Вот в таком удобном пакетике мы отправляем аюрведическую пудру корня живокоста нашим покупателям. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте подписываться, ставить лайки. До новых встреч!